Инициатива и ответственность – главные качества настоящего гражданина. Сменовцы приняли участие в проектном офисе, в рамках которого смогли разработать и представить свои групповые проекты социальной направленности. Участники образовательного проекта «Я гражданин» разделились на небольшие команды и при помощи мозгового штурма работали над самыми разными идеями, реализовать которые они в дальнейшем смогут у себя в школах. Придумать свой собственный проект, а главное реализовать его – задача не из простых. Цель, задачи, ресурсы и риски, спонсоры и поддержка – все это нужно грамотно спланировать и реализовать ряд мероприятий, которые станут результатом проекта. О том, с какими трудностями в работе столкнулась его команда, рассказал Даниил Лапин. Самое сложное – это проработать мероприятие, где будет это проходиться, какой будет смысл самого мероприятия. Грамотно спланированная работа и четкое видение цели – один из секретов успешного проекта. Арсений Дейнега точно знает, как его команда будет действовать, и уверен, что в его родной станице реализовать проект получится на отлично. Арсений поделился подробностями своей работы и рассказал, какие дальнейшие шаги предпримет его команда. Нам нужно сначала предусмотреть, чтобы как заинтересовать людей, чтобы они пришли на это мероприятие, придумать это мероприятие, где его провести и где взять спонсора, чтобы помог нам разместить эту идею для многих жителей Каневского района. В конце смены каждая команда защитит свой проект, чтобы в дальнейшем ребята смогли приступить к его реализации, когда вернутся домой. Ведь именно те умения и навыки, которые они приобрели в смене, помогут им двигаться вперед и добиваться своих целей, какими бы амбициозными они ни были.